Очистка горелки и ее сопла от копоти проводится несколько раз в год. Последняя очистка чаши вечного огня была в июне, в канун Дня памяти и скорби. За несколько месяцев, помимо нагара, на газовом оборудовании в чаше собралось немало мусора. Пакеты, бутылки, зажигалки и даже небольшие поленья. После очистки чаши специалисты Сочи-Бургаза проверяют герметичность газового оборудования и включают вечный огонь. Также проводится санитарная уборка всей прилегающей территории мемориала. Подобные профилактические работы проходят регулярно на всех мемориальных комплексах курорта. В этот раз профилактические работы совпали еще с приездом в наш город, как вы знаете, очень значимой делегации из Германии, которая завтра примет участие в конференции. Члены делегации запланировали в том числе во время своего пребывания в Сочи и поездку вот сюда на мемориал в Завокзальном районе с целью возложить венок. Делегация из Германии посетит Сочи завтра в рамках конференции молодых лидеров под руководством председателя объединения Германия-Россия «Новое поколение» герцога Кристофа Альденбургского. В церемонии примет участие и губернатор Краснодара.